Доброе утро, мои дорогие подписчики и случайные зрители, которые зашли на мой канал. Я вас приветствую, я очень рада, что вы смотрите. И вот сегодня хочу предложить вашему вниманию вот такое украшение. Это переделка. Я не смогла оставить на шнурках вот такое стекло изумительное. Я не знаю, что это за стекло. Я не знаю происхождения этого украшения. Но очень красивое стекло. Посмотрите, там и черное, и золото. А вот эти вот бусины напоминают пчел. И вот эти вот бусины, как будто, не знаю, как мед. Вот я убрала шнурок, на котором это все было. Надела эти бусины на memory проволоку, на проволоку с памятью. Вот. И подобрала в цвет вот эти вот стеклянные, причем очень красивые бусины, которые прям вот переливаются, играют на свету. А, украшение это не длинное, 53 сантиметра. Вот эти бусины тяжеловатые, но они и крупные, тяжеловатые, прям такое, знаете, тяжелое стекло. Вот, поэтому я и сделала, собственно, memory проволоку, чтобы это было понадежней. Вот, ну, сейчас я вам покажу на манекене. На улице так пасмурно и темно, что даже свет не помогает. Ну, вот так. Оно смотрится. На самом деле, на нормальной шее оно будет меньше. Потому что у манекена, конечно, шейки, как у ребенка. Вот видите, да, когда свет попадает, совсем по-другому смотрится. Прям очень мне хотелось переделать, прям руки чесались. Ну, вам судить, как получилось. Пишите мне, понравилось вам или нет. Наконец-то я сделала вот это украшение. Это такой стиль боха. Очень давно я хотела сделать. Специально купила вот эти зеленые диски, когда была в Питере. Но все вот никак руки не доходили. Вот, наконец-то сделала. Потом покажу вам на манекене. Мне очень нравятся такие украшения. Так, потом, что я еще сделала? Сделала вот такие серьги. Такие ангелочки. На Рождество, на Новый год. Девчоночкам. Оставались у меня две вот таких бусинки, хорошеньких, и вот я сделала. Миленькие такие. Так, потом что я сделала? Я вам показывала в видео.
Вот этот винтажный браслет, я даже не знаю вообще, каких он годов. Это кость или рог. Это прям ручная работа. Вот это. Не было вот такой штучечки. Не было. Была прям дырка. Вот, я взяла фурнитурочку и туда ее на эпоксидку посадила. Так что привела в порядок браслет. Так, теперь мне нужно приклеить вот эту змею, вклеить вот сюда кристаллик и сделаю потом хозяйку Медной горы. Вот это у меня нужно еще сейчас развести эпоксидку. Вот браслет-магнит у меня упал, разбился. Это все кот мой. Тоже надо приклеить. В общем, в доме, вот видите, я вся ободранная. Все, что можно порвать, порвал. Все, что можно сбить, разбить, тоже. В общем, короче, парень время не теряет даром. Так, вот помню, говорила девочкам, что я делаю магнитики сама. Вот видите, были с Сашей в Роза Хутор в Сочи. И вот сделали нам вот такую маленькую-маленькую фотографию. Смешно, потому что мы раздеты на фоне заснеженных гор и с лыжами. Но это, конечно... Вот, и вот она такая маленькая. Я взяла магнитик, разобрала его. Там очень просто вот это стеклышко вытаскивается. Вставляешь туда любую картинку, фотографию, не знаю, билет в музей. Ну, все, что вам памятно. И все, и закрываете. Так что... Вот на такие вещи у меня тоже время уходит. Ну, жалко, она затеряется потом. Это же память. Вот такое украшение в стиле Боха. С силиконом. Вот на такой застежке. Вот только сейчас заметила. Видите? Здесь два диска, здесь один. Надо разобрать, переделать. Вот видите как. Так, это тут стекло, пластик, в общем... чтобы оно не такое было тяжелое. Вот. Медная фурнитура. Очень давно хотела сделать такое украшение. Да, кстати, кто помнит, мне присылала Лариса Артамонова вот такую стеклянную девушку. Она была разбитая, то есть вот это сам верх был разбит. Вот ломала-ломала голову, в результате сделала вот такую вазочку. Ну, это может быть и клоше, только надо найти крышечку к ней. А это уже гораздо сложней. Шпанёнок ты мой, господи, скинул подушку. Ой, безобразник. Ой. Что, мои дорогие, у меня 38,5 температура, да, масенький мой? Вот так вот. Вся подушка стала грязная. Он ее по полу гоняет. Ой. Ну, так что не знаю, правда, что это. Нюх есть, вкус есть. Знаю. Посмотрим.